Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о проекте, который называется Everett. И это проект будущего. Он способен вывести процесс идентификации личности на новый уровень, как заявляют сами разработчики. Проект предлагает биометрическую идентификацию личности без необходимого использования физических документов, которые могут быть подделаны либо утеряны. Эта технология будущего уже возможна сегодня с данным проектом. На данный момент на Земле проживает более 7 миллиардов населения, из которых 1 миллиард не имеют никакой возможности идентификации личности, ну то бишь напросто не имеют каких-либо документов. 1,5 миллиарда не могут доказать свою личность, и 1,7 миллиардов не имеют доступа к банковскому обслуживанию. 5 миллиардов не имеют смартфона и доступа к цифровым технологиям. Сумасшедшая статистика. И отсутствие проверки личности является препятствием для развития экономики стран третьего мира, так как люди не могут получить услуги, которые нам кажутся обыденностью. Например, открыть счет в банке, оформить кредит, либо страхование. Инновационная технология проекта EverID по идентификации личности дает возможность странам третьего мира вывести экономику на новый уровень. Разработчики проекта создали систему цифровой идентификации личности на основе блокчейн для хранения и идентификации пользователей. Услуги платформы доступны для всех людей в течение всей его жизни. Платформа может взаимодействовать с учреждениями, корпорациями, правительственными органами эффективно и дешево. Благодаря такому взаимодействию можно в кратчайшие сроки установить идентификацию человека. Технология EverID далеко уже не выдумка, и существует рабочий прототип технологии высококвалифицированной команды. EverID уже работает с крупным банковским учреждением Bretton Woods и агентствами ООН. Традиционный процесс идентификации людей включает в себя хранение данных и проверку документов. На данный момент процедура идентификации личности банками и медицинскими учреждениями может являться загруженной, и на каких-то этапах проверки личности до сих пор присутствует человеческий фактор. Технология EverID делает процедуру проверки личности быстрой и рентабельной. EverID берет полностью всю ответственность за хранение данных на себя. Технология проекта имеет явное преимущество перед традиционными централизованными базами данных. Только за период с 2003 по 2012 годам было похищено по приблизительным подсчетам около 6,6 триллионов долларов США благодаря подделке документов. Платформа EverID гарантирует 100% точность в идентификации личности. Технология может существенно снизить затраты на утечку, мошенничество, проверку и доступ к данным. При использовании цифровых индикаторов люди смогут заявить о своих социальных и экономических правах. Таким образом, даже странам третьего мира станет доступна эта технология. По приблизительным оценкам, если все люди получат права на банковские услуги, развивающиеся экономики могут получить рост до 40 триллионов долларов. EverID создал универсальную цифровую сеть идентификации, которая поднимет все человечество на глобальный уровень взаимодействия. Identity Network является автономной, децентрализованной сетью, которая не принадлежит никому и функциональностью которой установлена на неограниченный срок. Это дает возможность людям управлять и защищать свои собственные данные идентификации. Множество видов биометрической информации для каждого идентификатора записываются и сохраняются в Identity Network. Данные человека записываются таким образом, что он может сам контролировать, с кем он будет делиться своими данными. Этот механизм обмена доступен благодаря смарт-контрактам с автоматическим разрешением. К примеру, если у человека нет доступа к цифровым технологиям, то агентская система позволит им проходить процедуру регистрации через EverID Agent DAP. Устройства общего пользования и будут доступны для пользователя для сверки и обновления информации по EverID. Данный пад будет использовать разработку программного обеспечения SDK, чтобы добавить проверку личности на устройства банковских структур, правительств, медицины и прочего. Служба Bridge будет позволять пользователю безопасно получать доступ и использовать свои данные на любом другом устройстве, которым он владеет. Ссылки я оставлю в описании для того, чтобы вы могли
пройти по ссылкам на сам сайт, на белую бумагу и более детально изучить проект перед тем, как инвестировать. И хочу предупредить, что вложение в криптовалюту – это всегда рискованная сделка. Я же желаю вам хороших и жирных иксов, а с вами мы увидимся уже в следующих обзорах. Друзья, всем пока!